В этом году порядка 4 миллионов туристов посетили Одинцовский городской округ. Только за лето в муниципалитет приехали свыше 1 миллиона 300 человек. Путешественников привлекают известные достопримечательности – старинные усадьбы Захарова и Большие Вязёмы, главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот». В Звенигороде гости часто посещают Савино-Сторожевский монастырь, музей русского десерта, культурный центр имени Любови Орловой.